Новая детская площадка и спортивные тренажеры украсили двор около дома номер 29 по улице Автомобилистов в Петропавловске. Управляющая компания «Камчат ЖКХ» вместе с жителями подали заявку на участие в федеральном проекте «Тысяча дворов». Создали проект и получили то, чего так долго хотели. Мы очень рады, что нам такое сделали большой подарок и наконец-то... Около 30-40 лет здесь не было никакой площадки, здесь выгуливали собак, пытались машины даже ставить автолюбители. Но в этом году у нас получилось хорошо сделать площадку. Значит, управляющая компания всегда шла навстречу. Если какие-то были изменения в проекте, всегда мы это обговаривали. Торжественное открытие площадки прошло в доброй соседской атмосфере. Настоящий праздник детства. Шарики, музыка и даже фейерверк. Отметим, что это не первый реализованный проект управляющей компании. Камчат ЖКХ с помощью муниципальных и федеральных программ построили 3 детские площадки и 2 спортивные на улице Автомобилистов около домов 29, 31, 35, 37. Сделали 3 лестницы для комфортного перемещения между домами. А также в рамках проекта «Комфортная городская среда» управляющей компанией в этом году была реализована установка палисадников и освещения, озеленение территории около дома номер 39 по улице маршала Блюхера. А в прошлом году такая работа проводилась по адресу проспект Победы, 7. В окно посмотрели, детей видно. Детям есть чем заняться, есть и для малышей площадка, есть и для жителей постарше. Как бы у нас многие приходят сюда с соседних дворов. Довольны. Улыбки детей и похвала жильцов многоквартирных домов – лучшая благодарность для управляющей компании. И Камчат ЖКХ держит планку. Всегда на связи с жителями, любые вопросы готовы решить в оперативном порядке. Эта компания очень хорошо справляется со своими обязанностями. Они с нами идут на тесный контакт. То есть мы подаем заявку либо в устной форме по телефону, либо на ГИС ЖКХ. Вот, с нами связываются, договариваются, в какой период будет выполнен тот или иной вопрос. В общем, как бы у нас с ними нету таких вот моментов, чтобы там, допустим, быть недовольными. Всего у Камчата ЖКХ под управлением 62 многоквартирных дома. Управляющая компания успешно работает в крае с 2018 года. Мы стараемся, прежде всего, мы пытаемся работать на результат, всегда прислушиваемся к жителям, к их отзывам, к их пожеланиям. Всегда стараемся вместе реализовать планы на каждом многоквартирном доме. Цель управляющей компании «Камчат ЖКХ» – это создавать действительно комфортные и безопасные условия проживания, улучшать качество жизни камчатцев. Сотрудники компании всегда открыты к диалогу и стараются активно решать проблемы жителей домов, находящихся под управлением «Камчат ЖКХ».